Всем привет! Сегодня я хочу вам показать наипростейший способ вкусно пожарить говядину с томатами, чесночком и прованскими травами. И прежде чем мы начнем, хотелось бы поблагодарить подписчика, который поддержал наш канал финансово. Спасибо тебе огромное, обладатель карты с номером 1119. И нам понадобится около килограмма говядины. У меня сегодня шея, поэтому ее я буду нарезать тонкими ломтиками, точнее брусочками, с гранью около сантиметра. Для этого блюда можно также взять тонкий и толстый край. В таком случае говядину вы можете пожарить и цельным куском, нарезать кубиком, ломтиком, в общем, как угодно. Но если вы берете шею, лопатку, подлопаточную часть, грудинку, внутреннюю верхнюю часть ноги, то тогда надо будет сделать кусочки помельче. Томаты 0,5 килограмма. Выбирайте покислее сорта. Например, черри лучше брать не стоит. Именно кислинка помидора поможет нам разрушить коллаген и сделать мясо более нежным. Чеснок минимум 15 грамм. Но мы, сибиряки, любим чеснок и добавляем его побольше. А зимой, когда не хочется в мороз бежать за свежими помидорами, используем горлодер. И тогда мы его берем 400 грамм. Соль 10-15 грамм. Перец черный молотый 3-5 грамм. И прованские травы буквально грамма 2. Но здесь, конечно же, специи берите по своему вкусу. Можете взять базилик, например. И для жарки нам понадобится немного растительного масла, буквально грамм 20-25. Начинаем с того, что помоем мясо и будем его желовать, то есть избавляться от крупных прожилок, если они имеются. А затем будем нарезать, но обязательно поперек волокон. Так коллаген будет более подвержен температуре и мясо будет мягче. Теперь нам нужно помыть помидоры, удалить плодоножку и измельчить их. Здесь у вас выбор огромный. Можете использовать мясорубку, блендер, снять кожицу с помидора и порезать его мелким кубиком. Я же выбрала самый наилегкий способ. Я разрезаю помидор на 4 части и просто натираю его на терке так, чтобы осталась только одна шкурочка, которую затем выбрасываю. Мясо порезали, помидоры измельчили, самое время поставить сковородку раскаляться. А пока она раскаляется, мы в томат потрем чеснок, но уже на меленькой терке. Вслед за чесноком отправляем в помидоры перец и прованские травы, ну а солить будем практически в конце. Пока мы проделывали все эти манипуляции, сковородка у нас как раз раскалилась. Выливаем масло, закладываем мясо и сразу же перемешиваем, пока сверху не образуется серая корочка. Она запечатает мясо, и соки максимально останутся внутри кусочков.
Продолжаем обжаривать мясо до легкой румяности. Не высушивайте слишком сильно. Как только образуется легкая корочка, вливаем томаты и будем тушить, но уже на среднем огне. Сейчас мы обжаривали на сильном. После того, как накрыли крышкой, огонь убавляем до среднего. Я буду тушить на тройке. У меня 6 делений на плите. На это уйдет примерно минут 15-20. Но ориентируйтесь на свою плиту, они у нас все разные. И этого времени нам как раз хватит, чтобы приготовить гарнир. Я сегодня просто сварю макарошки. Через 20 минут перемешиваем, смотрим, какой уровень жидкости у вас остался. Помидоры ведь разные бывают, и горлодер тоже дает разное время выпаривания. Сейчас мы выпариваем оставшуюся жидкость также на среднем огне, ну или можно даже на слабый переключить. За 5 минут до конца выпаривания мы добавим соль и будем уже окончательно доводить до готовности, слегка обжаривая мясо и соус. Какой аромат? Пробуем. Видите, какое нежное мяско? Чесночок и помидорки. Легкий, тонкий аромат прованских трав. Это божественно. С макарошками, с рисом, с картошкой пюре. Гарнир может быть любой. Но вот такая вот говядина просто восхитительна. Говядина готова. Аромат просто невероятный. Попробуйте приготовить. Я уверена, что вам очень понравится. Тем более, что приготовление-то абсолютно несложное. На этом мы с вами сегодня прощаемся. Клянчу лайк, подписку, колокольчик. Пишите комментарии. Ну и делитесь этим роликом с друзьями в соцсетях. До новых вкусных встреч. Пока. Зараза, ты это все записываешь, да? Нам как раз хватит, чтобы приготовить гарлин. Гарлин. Какой гарлин, блин, Люба?